Активная поддержка предпринимательства. По программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в этом году было одобрено 86 проектов североказахстанских бизнесменов. В числе тех, кто воспользовался мерами государственной поддержки, кондитерская фабрика «Печенькина». Займ потратили на покупку нового оборудования. В цехах предприятия побывала моя коллега Ксения Куценко. Эти слойки с пылу с жару. Кондитерское изделие «Солнышко» – новинка фабрики «Печенькина». И уже полюбились североказахстанцам. Чтобы запустить новую линию продукции слоеного теста, здесь приобрели оборудование. Тестомес и печь. Вся техника итальянского производства. Температуру она набирает до 350 градусов. На ней можно выпекать, в принципе, все от хлеба до кондитерских изделий. Продукции больше с нее выхода получается. 48 листов получается в вагоне. 20 минут при температуре около 200 градусов слойки подрумянились. Теперь выпечка должна остыть и можно фасовать. В день здесь производят более 2 тонн кондитерских изделий. Всего ассортимент фабрики насчитывает порядка 100 наименований продукции. Значительно увеличили его в этом году благодаря модернизации производства. Несколько лет назад мы приобретали благодаря дому тестомес, раскатку для слоенки печенья. Уже мы с ними рассчитались, как бы говорят, и взяли новые кредиты. У того же фонда «Дому» мы в этом году приобрели новую печь итальянскую и приобрели новый тестомес. Сложности никаких не было, поддержка показывается очень хорошая. Где-то мы взяли примерно около 25 тысяч евро под 7% на 5 лет. Большая часть кондитерских изделий уходит на экспорт в Россию и Китай. Продукцию «Печенькина» можно встретить и на прилавках многих городов нашей страны. В планах вновь стать участником программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и, соответственно, увеличить производственные площади, запустить новые линии выпечки. Всего же в этом году по первому и третьему направлению государственной программы было одобрено 85 бизнес-проектов. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.